Парижской многопрофильный техникум имени Виктора Ивановича Назарова имеет две площадки. Это Ленина 16, там у нас металлургия, машиностроение, энергетика, металлообработка. И Вершинина 37, сфера обслуживания, строительства зданий и сооружений, и у нас транспортные средства. Ну, Полевской многопрофильный техникум славится своим, наверное, сказать, главным этапом – это кадровый состав. Кадровый состав сильный, поэтому для всех слоев населения мы готовы сегодня работать. Для населения с ограниченными возможностями здоровья мы предоставляем краткосрочные курсы. Это компетенция «Столярное дело», «Оператор электронно-вычислительных машин» и «Кассир». Я думаю, что эти профессии будут как раз и востребованы на рынке труда. Поэтому мы приглашаем всех, кто не имеет возможности работать и учиться по основной образовательной программе. Краткосрочные курсы дают возможность нашим населению устраиваться в сферы обслуживания, как правило. И часть, которая могут себя найти на рынке труда, это профессия такая, как столярное дело. Правительство Свердловской области эту тему поднимает третий раз. Поэтому в этом году, я думаю, мы что уже конкретно будем работать с этими слоями населения. Мы еще пока не работали, но я думаю, есть у нас и девиантное обучение, которое мы справляемся. А то, что информация по поводу того слоя населения, который с ограниченными возможностями населения, мы работаем уже вплотную с центром занятости. Часть уже такого населения приходила к нам. Я думаю, что комплектование этой группы у нас получается с января месяца этого года. Поэтому профессия оператора электронно-вычислительных машин мы будем работать с января месяца по этой профессии. Эта профессия, конечно, востребована на рынке труда. И, кроме всего прочего, мы по данной профессии обучаем и на курсовой подготовке. То есть в отделении дополнительного профессионального образования эта профессия, значит, у нас востребована. И приходят к нам на учебу взрослые мужчины, которые, допустим, либо потеряли работу, либо хотят переквалифицироваться. Они обучаются по данной профессии по лицензии 3 месяца и получают профессию столяр строительный. Люди с ограниченными способностями, значит, вообще, конечно, к работе на деревообрабатывающих станках допущены быть не могут, но они могут получить профессию, например, отделочник мебели и участвовать в отделке мебели. Там у нас механизированная отделка есть ручная отделка. То есть вот к нам приходили ребята с коррекционной школы, были такие учащиеся, которые закончили, получили эту профессию и работают сейчас успешно на производстве. Для учебы вы видите вот этот кабинет спецтехнологии, значит, он оформлен исключительно с помощью учеников, то есть учащиеся участвовали полностью в оформлении. Дизайн мой, а работа ребят. Значит, в этом кабинете мы занимаемся предметами, такие как технология изготовления столярных и мебельных изделий, затем конструирование столярных и мебельных изделий и отделка. Вот, значит, практику же ребята проходят следующим образом. На первом курсе производственное обучение идет в учебных мастерских у нас здесь, в нашем техникуме. На втором, на третьем курсе ребята уходят уже на объекты. То есть частное предприятие, индивидуальное предприятие, которое у нас в городе есть, на производстве мебели, столярных изделий. И очень много ребят, ну порядка 10-15, это точно, открыли свое дело, индивидуальное предприятие, и занимаются успешно производством мебели.
в многопрофильном техникуме имени Виктора Ивановича Назарова могут обучаться этой профессии дети с ограниченными возможностями. После обучения наши социальные партнеры города Полевского могут принять их на рабочие места, где ребята могут работать по профессии мерчендайзер, кассир торгового зала, фасовщик. Учебная практика проходит в кабинете спецтехнологии, где ребята обучаются конкретно за кассовыми аппаратами, где приобретают первоначальные навыки. Производственное обучение. У нас есть учебный комбинат, это магазин «Кировский», где полностью ребята проходят производственное обучение, уже обслуживая покупателей.